Привет, ты на канале «Американская жизнь». Едем в Palm Springs на самую длинную канатную дорогу в США. Но перед этим мы заедем на какой-нибудь кемпинг, переночуем. Должно быть интересно. Смотрим. Первым делом идем за сосисками. Будем готовить хот-доги. Берем сосиски, булки и едем. Мы взяли огромные сосиски, булочки и помидоры. Также взяли пиццу. Half and half. Половина пепперони, половина сырной. Очень классно. Вот такая огромная пицца, 21 инч, стоит $10. Это самая дешевая пицца, можно сказать, такого размера и качества. Качество очень классное. В обычных ресторанах, в обычных пиццериях за такую пиццу ты где-то 20, даже $30 заплатишь. Добрались до Palm Springs. Сам трем где-то вот здесь будет, и мы будем забираться на самую вершину этой горы. Но перед этим нам нужно найти где-то кемп-место. Трем этот завтра, а сегодня нам нужно найти место, где можно переночевать, какой-нибудь кемпинг где-нибудь с палаткой, чтобы можно было остановиться на ночь и подождать до завтра. Вот я взял журнальчик, вот так-то трем выглядит. Завтра посмотрим. Сейчас мы едем в лес ночевать, поставим палатку, зажжем костер, пожарим сосиски, а завтра на вагончик на канатную дорогу. Будет очень интересно. Погнали. Нам нужно купить дров. Сейчас зайдем. Остановились на маленькой газовой станции. Посмотрим, есть ли здесь дрова. Дров здесь не оказалось, но сказали, есть дрова в другом месте. Я обычно, когда путешествую, покупаю билет лотерейный. Сейчас как раз джекпот. $650 миллионов. Если повезет, выиграем. Пойдемте купим. Thank you. Thanks. Купил билет. Давайте так, если я выиграю джекпот, одному из своих подписчиков я отправлю $10,000. Все, что необходимо сделать вам, это написать в комментарии слово джекпот. И если я выиграю, я увижу слово джекпот, я тебе отправлю $10,000 без проблем. Отправлю, ну, к примеру, PayPal или даже денежным переводом. Неважно как, если я выиграю джекпот, $10,000 отправится тебе. Позади меня Palm Spring. Сейчас мы едем в горы, там лес, будем делать кемпинг. И завтра едем на трем. Надеюсь, найдем дрова, потому что дров не смогли купить. Удача будет на нашей стороне. Пути увидели дерево. Это что, мы не в парке? На пути в парк. В парке нельзя брать деревья с пола поднимать, а здесь можно. Вот мы сейчас берем, возьмем с собой, кинем в багажник машины. И думаю, это сработает. Погнали! Добрались. Сейчас посмотрим, есть ли там свободные места. Если есть, будем парковаться. На багги на такой приехал кто-то. Круто. Там даже какая-то речка течет. Посмотрим. Воздух свежий. Буквально в часе езды уже пустыня. Водичка. Водичка прохладная. Машина большая, два дерева очень узко стоят друг к другу. Будет пробовать проезжать. Есть, 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 проходит. С этой стороны. Прошел. Удача.
Повадка поставлена. Внутри надувной матрас, подушка, спальник. Все, что нужно. Отлично. У Алекса вон там машина, на машине повадка. Очень удобно, комфортно. Костер жечь будем. Вот здесь. Человек, ты иди сюда. Он не хочет идти сюда. Очень жарко, очень много комаров. Пора идти разжигать костры. Спрей от комаров я забыл, поэтому нужно делать очень срочно костер. Запалили костер. Сидим у костра, греемся. Доброе утро! Сейчас едем на трамвайчик, на канатную дорогу. Посмотрим, что там. Внизу местная тюрьма, в униформах, если видно, заключенные. Посмотрим, чем они там занимаются. А это все территория тюрьмы. Приехали на парковку. Парковка здесь стоит $15. Цена за билет на этот вагончик стоит $30. Если покупаете онлайн билет, то еще $2 за транзакцию вы платите. Вот так. Сейчас будем идти туда, пробовать зайти пораньше, так как у нас билеты на 7. Будем пытаться зайти в час. Если удастся, будет классно. Если нет, придется ждать 7 часов вечера. Погнали. Наверху будет 63 градуса, 17 по Цельсию, а здесь 100 сейчас внизу. Очень большая разница. Заходим, сейчас будем ехать. Ну что, сели, сейчас поедем наверх. Ну что, мы отправились. Вот эта вся штука, на которой мы стоим, она крутится 360 градусов. Здесь очень много разных hiking trails. Можно целый день бродить. Здесь viewpoint. Сейчас посмотрим на Palm Springs. Внизу это все Palm Springs area. And thank you for flying Palm Springs aerial tramway.
Дальше идем, продолжаем идти. Еще выше, чем с предыдущей точки. Еще какой-то viewpoint есть. Пойдем посмотрим. Ну, это уже очень высоко. Очень. Самая вершина. Вот сейчас пойдем на трейл, который называется Desert View Loop. Вот в ту сторону. Смотрите на этот хайк по обрыву, либо вниз туда идти, либо вверх, куда именно идти непонятно. Уже 2 часа идем, немножко заблудились, карты нет, вода закончилась, очень экстремальный хайк. Никому не советую без воды, еды, компаса идти в горы далеко, это очень опасно. Но мы найдем выход, идем дальше, надеюсь батарейка не сядет до конца, погнали. Сейчас встану на обрыв, на камень, постараюсь не упасть. Вау, смотрите на это. Очередной вид на очередные камни. Неплохо. Ну что, завершили наше приключение. Если тебе понравилось это видео, поставь палец вверх, подпишись на канал и увидимся в следующих видео. Пока!